Спонсор рубрики «Что есть ООО «Продекоммерц»» – эксклюзивный дистрибьютор марки «Пермский мясокомбинат». Внимание! Акция «Покупайте продукцию Пермского мясокомбината» со специальным ценником в магазинах «Виват» и «Дельта» и обменивайте чеки на подарки. Главный приз – 20 тысяч рублей. Получай подарки от любимой марки. Музыканты и сказочники, повара и поварята, король, королева. В общем, праздник под знаком с тыквой по жизни. И все это может подойти к любой точке мира, где есть осенние тыквенные фестивали. Так что, если вы считали, что Хэллоуин и День Благодарения в Америке – это единственное торжество с символическим тыквенным участием, вы ошибались. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, интересное о тыквенных праздниках сегодня в программе «Что есть». Только что мы, так сказать, коснулись впечатления от одного из самых старинных европейских празднеств, посвященных этому яркому плоду. В итальянском городе Венцоне в последние выходные октября оно традиционно и ежегодно считается с 16 века, а все благодаря легенде. Мол, когда город Венцона строился, рос, вот уже и церковь была готова, и башенные часы с золотым глобусом. У города не хватило денег заплатить за работу архитектору, и городской совет решил: треть обещанной суммы – тоже хорошо. Делать нечего, архитектор согласился. Только забрался ночью на крышу и заменил золотой глобус на раскрашенную тыкву. А когда через некоторое время от золотого глобуса в кавычках стали отваливаться куски и падать на головы горожан, тогда все и поняли, в чем дело. А что ж, согласитесь, у венцианцев все-таки неплохое чувство юмора или самоиронии, если в честь такого события они уже который век продолжают веселиться. Ну а дальше. С середины сентября до середины ноября приблизительно длятся тыквенные яркие дни и в маленьком немецком городке Людвигсбурге. Об этом мы уже упоминали как-то. Там из тыкв разного калибра и цвета в главном парке делают настоящие скульптуры. Есть праздник тыквы в Австрии, тыквенный фестиваль в Японии, вообще национальный праздник, шествия, песни, танцы, игры, всюду раскрашенные тыквы. И даже в Америке есть своя тыквенная столица и отличный от Хэллоуина тыквенный праздник. Кукурбита в городе Мортон, штат Иллинойс. Почему кукурбита? Наверное, потому что это латинское название тыквы. Наука о тыквах, кстати говоря, называется кукурбитология. Ну, а главным, конечно, на всех этих фестивалях блюдам из тыквы отдается почетное место. Салаты, десерты, пироги, пудинги, супы. Мы вот сегодня решили порадовать горячим блюдом. Тыквенный суп с сосисками. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, обжарить на нем лук, добавить нарезанную мякоть тыквы. Посолить, поперчить, присыпать сахаром, потушить 5 минут. Залить горячим бульоном, положить картофель. Когда овощи будут готовы, снять с огня, пюрировать в блендере. Вернуть на плиту с добавлением горячего молока. Подавать с зеленью и сосисками баварскими с сыром торговой марки «Пермский мясокомбинат». С ними действительно вкуснее, о них еще несколько слов. Сосиски баварские с сыром торговой марки «Пермский мясокомбинат» – это отборное мясо, натуральные специи и сыр «Маздам». Кардамон и кориандр придают продукту изысканность, которая прекрасно дополнена вкусом и ароматом копчения. Сосиски баварские с сыром – идеальное начало дня. «Пермский мясокомбинат» для своих старается. Приятного вам аппетита и удачи! Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.